Энергичные штрихи, неиссякаемый позитив и отсутствие пропорций. В детской картинной галерее школы номер 27 открылась необычная выставка рисунков «Станем друзьями». Авторы работ – дети из страны восходящего солнца. Юлия Комкина подробнее. Энергичные штрихи выдают в юном художнике сильную личность. К тому же на листе нет белых пятен, а значит, нет душевной пустоты. Достаточно лишь беглого взгляда на эти работы, чтобы понять. Японские дети рисуют, а следовательно, видят мир иначе. Во всех этих рисунках очень хорошая художественная выразительность. На них смотришь и радуешься. Они очень оптимистичны. Они обладают своеобразной экспрессией, динамикой внутренней. На каждой картине немало черного цвета. Только здесь он вовсе не мрачный. Напротив, добавляет выразительности рисунку, делает другие тона более вкусными. Оптимизмом и позитивом, кажется, так и пропитан каждый штрих. Огромные улыбки на этой работе как бы приглашают русских ребят дружить. Глаза большие и бездонные. А здесь юные японцы жмурятся от ласкового солнца. Или вот так зазывно подмигивают. И пусть немного хромая техника и пропорции неверные, зато атмосферно, уверена Маша Бойко. Сделаны с любовью. Я поняла, что дети старались. Они как бы рисовали с чувствами. Они яркие, на них нарисованы веселые дети. И они вообще вот такие хорошие. Экспрессивные рисунки появились на свет еще до японской трагедии. А вот в Курск попали уже после. Полтысячи работ маленьких японцев не оставили равнодушными маленьких курян. В апреле месяце дети собирали деньги в помощь пострадавшим от цунами, от аварии на атомной электростанции. И сегодня уже собрано более 5000 рублей, причем детьми в школах-интернатах, в школах для малообеспеченных детей. Ну а главную миссию под кодовым названием «Станем друзьями» можно считать выполненной. Мне очень хочется подружиться с японцами. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, телеканал «Сейм».